Всем привет! С вами канал Артмани. Сегодня я вам снимаю обзор мороженки на улице. Слышите, наверное, пение птиц. Сейчас я усядусь удобнее. Посмотрим мороженку. Здесь, кстати, состав очень большой. Я добавил 12 штук. Положу. Так. Не такой качественный, как мог бы быть обзор. Ну, такой вот. Какой есть. Немножко ветер мешает. Другому языку. 90 грамм. Так. И должно быть у нас вот такая вот мороженка. Да, тут челны холод называется. Челны холод. Микс. Так, ну давайте откроем его. Смотрите, какая она должна была быть. И что у нас здесь? Что-то совсем белая, кстати. Здесь нарисована желтая. Здесь должна быть арбуз и дыня. А здесь розовая и белая. Это явно не желтая. Ну, давайте будем пробовать с вами. Кстати, желтый — это дыня, тут даже вот нарисован, а это арбуз. Аромат, прям запах сразу пошел дыни, прям очень-очень ароматно, беленькая. Сейчас розовый буду пробовать, и шоколад прям очень ароматный. Вот он беленький, очень, кстати, вкусный. Розовая, прям розовая ощущается, прям арбуз очень ароматный, очень вкусный, такой прям вкус арбуза. Очень вкусная дыня. Хотя, мне кажется, как будто и там, и дыня, и арбуз. Все вместе, просто разных цветов. И как бы и так чувствуется, и чувствуется, как будто розовый это арбуз. Очень прям вкусно, очень ароматно. Очень, ну, обалденно прям вкусно, но, конечно, химии там просто очень-очень много. Вот, то есть, в принципе, ребенку, я не знаю, только взрослому человеку, который уже привык к всякой химии, всякой там. А ребенку, мне кажется, уж проще арбуз. Или самим сделать. Сначала дать мороженое, потом арбуз. Как раз что-то там смешается. Или самим. Но очень вкусно. Понравилось. Вот. Ну, единственное, конечно, удивило, что белое. С этой стороны белое, а должно быть желтое. Вот с этой стороны белое, а должно быть желтенькое. Это удивило меня. Производитель все-таки нас немножко обманул. Вот. Ну и, конечно, выглядит она ужасно, хотя его ничем не придавливали, в принципе. Как привезли из магазина, таким он и был. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также обзоры на другие продукты. Еще также будут продукты на природе, обзоры у нас, потому что на даче нахожусь. Вот, еще много всего интересного будет. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.